так, очередной экстрим. А кто еще сможет в очередной раз на шнурке прокатиться на снегоходе Неваха, между прочим. А мы не стали брать ничего такого сверхнавороченного. А зачем? А когда можно за 139 тысяч, кстати, просто дивно и нормально погонять. Причем, ну, благо снег-то выпал, и благо есть место, и благо есть компания, которая привозит вам вполне бюджетную технику. Примерно за вот эту небольшую сумму. Техника Yamaha BR-250. 250 кобыл, ой, прошу прощения, 250 кубиков. И 18 лошадиных сил. Но если вы хотите ездить быстро и ездить на охоту, и не заморачиваться о том, что вы что-то там поломаете, то вот эта техника для вас. Потому что есть амортизаторы, есть хорошая гусянка. А что еще надо? А может, ничего не надо? Я бы такую технику действительно прикупил себе, потому что, ну, мягко говоря, более чем бюджетный вариант. Вот. Затечательный, ветрозащитное стекло. На скольки такая техника может разгоняться? Да это те же 100 км в час. Вы не верите? А сейчас я вам покажу, чуть позже. Куда приезжаем? Приезжаем, конечно, в фирменный салон Yamaha. Ну а что меня порадовало, исключительно порадовало, так это как звучит техника, как она звучит. Глушитель, резонатор добавляет лошадиных сил. И вообще, охота. Из-за исключительных особенностей именно этой Yamaha. Ну, во-первых, здесь только скорость вперед, разумеется. Здесь вариатор стоит. Вот здесь нет электростартера, да и зачем он нужен? Хорошие движки, японские хорошие движки, заводятся просто легко и изумительно. Ну а теперь самое время показать вам, как эта Yamaha гоняет. Пришло время снегоходов, пришло наконец. Снег выпал, и нет, не на лыжи вставай. В седле снегохода будешь здоровьем не обижен. Хотя про лыжи, честно говоря, забывать я бы вам не советовал. Хотя по цене вопроса, данный и вполне спортивный болид стоит в аккурат как горнолыжное оборудование. И это Yamaha. То, о чем ранее приходилось мечтать, сегодня и сейчас не обременено таможенными пошлинами. Технику такую, разумеется, и грамотнее приобретать с нуля, и в Автограде, естественно. И моторизированное подразделение располагается на улице Московской, практически на пересечении с Советской. Мы, конечно, катались на максимально оторванных, в смысле отрывающих от сидения вашу пятую точку агрегатах. Но чтобы демократично, достаточно резво и доступно, никогда ранее. Yamaha BR-250 идеально для ознакомления с техникой езды по снегу. Превосходно подходит для обучения, туристических поездок в группе, спокойного перемещения по лесу. Причем двигатель здесь не визжит, а басит. Широкое и высокое лобовое стекло делает поездку не напрягающей. Днище, корпус и лыжи сделаны из металла, как и предохраняющие дуги, процесс работы которых на ваших глазах. Но так-то экспериментировать мы не советуем, а вот так спокойно и комфортно управлять этой техникой может любой. Даже тот, кто этого никогда ранее не делал. Тупо бухать, сидеть дома. Вот способ реально вставляет.